Доступнее благодаря новой онлайн-системе. Мои коллеги подробнее в проекте «Казагра». Камзаищанов вспоминает, как закупал технику и оборудование для своего сельского кооператива. Деньги он получил в кредит от одной из компаний в структуре «Казагро». И все бы хорошо, но для оформления всех документов пришлось не раз ездить в областной центр. Молоковоз получали, когда ездил, я скажу, больше 10 раз. Одна заправка на 5 тысяч. Это очень накладно и по финансам, и времени ему вообще много занимает. Как говорят, в сельском хозяйстве каждый день потерянный, это уже что-то не заготовил. Все изменилось благодаря новой онлайн-системе кредитования холдинга. Теперь, если документы в порядке, заполнить заявку можно за полчаса. Необходимо зарегистрироваться на портале «Казагро», заполнить анкету и прикрепить необходимые документы. Он видит, что заявка была принята на стадии рассмотрения или вопрос вынесен на кредитный комитет. И в конце уже он видит, одобрена заявка, либо отказана. Новая система гарантирует прозрачность процесса кредитования и уменьшает бюрократические процедуры. К слову, Министерством сельского хозяйства со следующего года планируется автоматизировать еще 50 видов субсидий. Это упростит получение государственных услуг, сократит сроки рассмотрения заявок с 2 недель до 1 дня. Жанна Аман, Ануар Таукелов. Итоги дня. Акмолинская область.